Друзі, ну температура холодніша, а я пропоную вам все ж таки переміститися у більш теплі місця. І наразі афіша Одеси. В оперному театрі о 18:30 сьогодні ви почуєте «Крик», балет «На дві дії» за мотивами Романа Олександра Зінов'єва «Іди на Голгофу». О 19:00 в українському театрі не пропустіть «Опасний поворот». Чисто англійський детектив, п'єса Джонатана Байтона «Пріслі. Опасний поворот» була написана класиком сучасної англійської драматургії ще у 1932 році і популярна до сих пір. У виставі зайняті народні артисти України Олексій Богданович, Людмила Смородина, Олексій Вертинський. «Будинок клоунів» запросить вас на побачення з Дон Жуаном о 19:00. Дон Жуан полюбляє Мадрид і жінок цього прекрасного міста. А що в цьому поганого? Мадрид і жінки Мадрида відповідають йому взаємністю. Завітавши до театру музичної комедії, у вас з'явиться можливість дізнатися, хто був талановитішим – Моцарт чи Сальєрі. Пристрасть, бунт, неприборкана енергія музики – все в одному флаконі. Побачити Моцарт «Л'опера» – значить прожити життя, в якій музика і емоції правлять бал. У видовищному шоу є все – бурхливі пристрасті, справжня любов, чарівна мрія і нещадна реальність. Все це Моцарт – опера «Ля концерт». До речі, друзі, Міланська консерваторія колись ініціювала суд над Сальєрі та Моцартом. Були запрошені як адвокати, так і прокурори. Прокурори представляли, це були біографи Моцарта, адвокати – це були біографи Сальєрі. Отже, Міланська консерваторія винесла вирок, що Сальєрі не винен у смерті Моцарта. Але прийдіть на концерт, подивіться, який ж вирок виносять артисти. А для найменших глядачів в театрі «Ляльок» вистава «Веселі ведмежата». Дивлячись на пустунів ведмежат, малята, можливо, побачать самих себе і отримують незабутні враження. А в російському, в театрі російської драми сьогодні буде відкриття малої сцени виставою «Міщанська 24», де нас завітають артисти, що зайняті у цій виставі, але це буде згодом. Наразі давайте познайомимося ще з одним фіналістом конкурсного відбору на Євробачення. Не было просто подходящей песни, а сейчас она есть, и мы очень рады, что, показать да, что так получилось. Песня о мечте. Мы хотим донести людям, что нужно не сдаваться. Надо идти к своей мечте. Это самое главное. Не сдаваться, кем бы ты ни был. Да, и наша песня поможет вам в этом. Да. Она мотивирующая очень. Да. Я худею. Я не сплю. Я тоже мало стал спать. А у нас постановка сейчас как раз в процессе, и вы супер, я думаю, это будет увлекательное действие, и вас не оставят равнодушными, да, мне кажется. И будет красиво, я думаю. Да. Не пропускаем ни одной серии. Сериал! А это же сериал, да? Не, на самом деле я правда, я всегда смотрела, следила, просто потом упустила, поскольку начала много работать. Да. Ну, надеемся, да. Мы как-то... Верим в себя. Да, мы верим. Не уверены, но верим. И надеемся, да. Но сделаем все возможное, чтобы пройти. Каких-то поблажек не будет с нашей стороны. Мы максимально выложимся и покажем все, что мы... Все, чему мы научились. Да. За Константин. Константин, да. Да, и он наш главный конкурент. Да, я вчера услышал песню Сергея Бабкина, и очень она мне понравилась, и я теперь тоже его засчитываю в сильные конкуренты наши. С Британии, наверное, скорее всего. Хотя нет, Нидерланды. Да, да, почему-то Голландия, хотя мы там ни разу не выступали. Голландия, Британия, Польша и еще. Ну, еще в Бразилии часто пишут. Ну да, это сейчас Европа. Да, за последние 2-3 года очень уровень поднялся, и это супер радует. Я не знаю, связано ли это с революцией или нет, но после этого прям сильно много крутых групп стало, все начали заниматься этим прям супер усердно, и это не может не радовать. Да, сейчас все и как бы люди откуда-то вылазят, и все такие таланты, да, это аж страшно. Это очень круто. Ну и стимулирует, соответственно, потому что
хочется тоже выглядеть все. Ну да, да, да. Конкуренция — это залог успеха вообще любого бизнеса и шоу-бизнеса в том числе. Отлично прошли. Прекрасно. Вообще супер, нереально круто. Очень, все думали, что мы местная группа. Очень и круто. Это было удивительно. И люди приезжали из других штатов. Из нейтивы, ну, американцы. Ну, из других городов, да. Допустим, в Сан-Франциско приезжали из LA девочки. Да, это очень приятно было. А те, кто были в Сан-Франциско, потом еще в Нью-Йорк приехали. Да, это прям... Ну, и именно американцы, ну, то есть и диаспора украинская. Потому что мы издавались с самого начала рождения группы, мы издавались на британском лейбле. Вот, и, а у них как бы... В основном, да, дистрибьюция на Европу и Америку, поэтому, к сожалению, у нас не получалось выйти прям сильно и пошуметь на украинском рынке. Да, но мы это сейчас исправим. Сейчас исправим, да. Разве что Кендрик Ламар попросит с ним сделать коллаборейшн и попросит какой-то купец. Можете куплет на украинском спеть? Mm. Да. Расскажи, как тяжело было после фабрики «Зеро»? Очень тяжело, на самом деле. А я забыла вопрос. Молодец. Это был супер невероятный опыт. И у меня появилось много друзей и знакомых в шоу-бизнесе. Там я была просто очень маленькая, ты понимаешь? Особенно которые тебя кинули, да? Да, особенно которые меня все потом кинули. Это шоу-бизнес. Соберись. Тряпка. Вот, я просто была очень юна, мне было 18 лет, и после этого проекта я очень выросла, да. Маткор. Джаз люблю. Джаз? Ну, допустим, я и Даня, да? Ну, может, Даня... Не, я тоже люблю джаз. Моментами, да. Я даже, когда начинала свою певческую карьеру, я по джазику давала, пела. Ну, вот, видите, все сходится. Всем-всем привет, это группа The Rise, тут очень холодно, меня трусит все. И очень хочется попросить вас, чтобы вы нас поддержали в отборочном этапе Евровидения. Да, мы выступаем под номером 9 10 февраля и очень-очень ждем вашу поддержку. Александр Жулякин. Привет. Данил Марь. Сонечка Сухорукова. Группа The Rise. Друзі, ми продовжуємося у нас уже у вітальні гості. У рубриці «Обличчя за обкладинки» на сьогодні дві артистки. Це актриса Одеського академічного російського драматичного театру Олена Ященка. Доброго ранку. Доброго ранку. Та заслужена артистка України Анна Фурдай. Доброго ранку. Доброго. Сьогодні будемо говорити про виставу, про прем'єрну виставу в театрі російської драми «Міщанська 24». Йде презентація малої сцени. Ще не було в російському театрі. Як готувалися? І чому взагалі вирішили от створити малу сцену і там виставу? Ну, скажу так, что русский театр давно планировал, да, создать нечто такое камерное, mm-hmm. потому что есть и спектакли, которые можно перенести на малую сцену, плюс целое пространство фойе, которое стояло, использовалось как буфет в перерыве, да, в антракте. Mm-hmm. Поэтому мысль создать сцену, она была такой давней. Но, скажем так, как мы начинали, мы пришли на пустое, было там выстроено чуть-чуть подмостков, mm-hmm. и все. Вот как бы что оно там будет, а плюс Георгий Анатольевич Ковтун, он такой масштабный. Он же музычный такой. Во-первых, музычный, во-вторых, масштабный. И, то есть мы не понимали, как мы на этой сценке маленькой все поместимся. Но мы таки поместились. Но мы поместились. И зритель является как раз участником всего этого. Для наших глядачів зауваження зроблю. Георгій Ковтун – це режисер, що поставив Труфальдіна, «Слуга двох господ», «Вій» та «Лавсторі». «Лавсторі», Труфальдіна, да, все вірно. Ви бачите ще масштаб і розмах режисера, і тут мала сцена. Ну, масштаби остались ті. Ага, сцена мала, а масштаб. Да, так. Да. А наскільки глядачів розраховано? 65? Ну, ми не вважали. Тобто було більше. На здачі було більше. Стояли люди, что-то там. Ну, в общем, мне показалось, что было все 100, но 65 стульев, насколько я знаю, и продаются билеты именно вот на 65 мест. А чи, можливо, якісь вистави перенесуться на малу сцену, чи це так лише розмови поки? Скорее всего, не перенесутся, а, возможно, будут просто спектакли создавать под малую сцену, потому что это такой интерактив определенный. Як
Чи не хотіли б спробувати себе в імерсивному театрі, якщо так же близько сидить глядач? І якщо вам запропонують на малій сцені, що глядач майже буде ходити поруч, торкатися? Ой, не знаю. Не знаю, тож я так подумала. Пусть сидят пока. С одной стороны, в принципе, может быть, это было бы интересно, конечно, первые три спектакля, наверное, мы бы все были в шоке. Что они тут ходят. Но с другой стороны, вот некоторое такое антре мы все равно производим, да, когда зритель сидит настолько рядом, хочется там, ну, особенно есть пару моментов, когда прям вот да, хочется поговорить случае, со зрителем. Да, он является участником нашего спектакля. Поэтому, в принципе... Будет такое выставить? Пусть сидят, но чуть-чуть я их потрогаю. Не только я. Не затронем душевно, я думаю, однозначно. Друзья, приходьте, Олена та Анна обещают, что будут, ну... Трогать. Торкаться прямо поруч. Про що взагалі вистава? Міщанська 24 – це взагалі адреса. Ну да. От так. Ага. Это физический адрес. Такой адрес существовал, такой двор существовал. Автор пьесы, да, Леонид Заславский, он там проживал, поэтому это его воспоминания из детства. Про что? Я бы сказала, что это за Одессу. Вот именно за Одессу, за та еще Одесса, ностальгические воспоминания, как это было. Мне кажется, что это такой собирательный образ всех двориков, потому что, да, вот там, кто уже посмотрел, кто-то говорит, там, папа у меня вспомнил один момент со своего детства, мама другой момент с детства, поэтому, ну вот, мне кажется, это такое нечто теплое, за нашу родную Одессу. Да, и спектакль, конечно, надо смотреть полностью, потому что он у нас получился на два акта. Ну, это же Георгий Ковтун. Да, вот, и поэтому как бы надо смотреть его целиком и полностью, потому что второй акт, он как раз разруливает всю ситуацию, несмотря на то, что в первом акте, казалось бы, очень много ругани, брани, но это все, оно, конечно, у нас еще уляжется, потому что у нас только вчера был первый прогон без остановки. Да, поэтому все должно еще. Да, и несмотря на то, что это так и в жизни бывает, люди, они ругаются, и тут же они и любят друг друга, и тут же они плачут, и они радуются вместе каким-то радостям, сочувствуют друг другу в горе, то есть это все настолько связано, как бусинки. Близенько до Олени сіли, такі обійми були, сваритися, так, на сцені? О, любим ми друг друга, і що, ідіотка. Да? Сама така ідіотка. Ну, собственно, вот так вот, ну, насколько я поняла, то, что мы посадили, как говорится, зерно наших образов, то это две мадам, которые делят двор. Каждый... Ну, как нам Люсик сказал, они вообще были одноклассницы. Да. И они все время, а мы даже ж пока этого не знали, когда только начинали. Но так оно, так мы пришли. Но да, он, когда мы уже что-то там поделали, он вдруг говорит, а вы знаете, вот что вот у них там на самом деле они и ссорились, и подружки были, то есть вот как бы два в одном. А у нас так и получилось, то есть мы, не зная этой информации, как-то таким образом просто. Но все равно они ругаются, не так ругаются, что вот с какими-то проклёнами, как говорят, а потому что, ну, просто злая жизнь такая. Да. Нет, вот это вот оно вылетает изо рта, но оно не со злом. Но, ну, я все равно люблю. Я тоже. Это же просто в глаза. Не могут они друг без друга, не могут. И даже когда там говорится о том, что снесут, не дай бог, там, да, они разъедутся, это вообще, это горе, горе. Несчастье. Это. Скажи, девчата, кто же наикрасивейший? Ну, кто-кто? Я, конечно. Понятное дело, кто. Нет, ну у нас там вопрос идет, не да, наверное, красотка, конечно. Ладно, тоже красотка. Вот, идет, наверное, больше, ну, не о том, кто красивее, там, да, тут идет о том, как вот люди умеют объединяться, да, в каких-то ситуациях. Аня правильно сказала, именно второй акт раскрывает то, как люди, которые на первый взгляд просто, может нам показаться, что ненавидят друг друга, во втором акте настолько, да, ну, они объединяются просто, один как один механизм. Общий, да. И понятно, да, и понятно, что это на самом деле ругань такая, которая не чита современной, когда люди могут в лицо говорить одно, за лицо другое. Нет, здесь все говорят прям в лицо. Что май, то и везу. Да, точно. И тут же могут потом поцеловаться, обняться, то есть они, ну,
Поэтому это такое, знаете, действительно ностальгия. Ну и здесь, конечно, собирательный образ. Вот девочка у нас, ну девочки, у нас несколько героинь молоденьких, которые собирают собирательный образ спектакля. Это та героиня, которая родилась в этом дворе, угу. и которая сейчас с ее позиции как бы это все, то есть как бы Люсик, он от себя да. Розочку прописал. Скажи, да. пожалуйста, який жанр? Трагикомедия. Трагикомедия. Ага. Называется щось ностальгическая будет... трагикомедия. Там будут и слезы, и смех. Однозначно будут. И кохание. Я же говорю, надо смотреть второй да. акт обязательно. Там, да. Во втором акте. То есть, если первый акт ничего не предвещает, ну, как бы особо, да, угу. то есть, наверное, ну, только на там... на таком вопросе заканчивается. Да, как бы, то вот раскрытие второго акта, и при том так очень динамично, и она разная, Одесса, получается. Она и трогательная, и со своим лицом, и при этом очень экспрессивная, ну, собственно. Какие еще артисты заняты у выставе, почуют наши глядачи и придут? И на вас, и еще у нас такие классные артисты, да, наша компания. У нас замечательный коллектив получился. Спасибо всем организаторам этого спектакля. Валентина Прокофьева чудесно играет, исполняет свою роль. Владимир Лилицкий с Ярославом Белым на одной роли. Две девочки играют Риву, беременные наши. Яна Слупская и Юлиана Игнатовская. Кого еще мы пропустили? Девочки меняются. Ленку Сыч, это украинка. Там все национальности: русские, украинцы, евреи, молдаванки. Багато національного Одеса. Да, да. То есть все, все как есть на самом деле. Одесса, наша. Анна, для вас це прем'єра в російському да. театрі. Дебют. Ну, розкажіть, ви з Харкова, да. так? Як так сталося, що ви такі в Одесі? Не знаю даже, как так получилось. Муж у меня одессит, получилось так, что у меня муж одессит. И мне пришлось все сложить, спаковать в чемоданчики и перевезти в Одессу. Маму, детей я уже родила здесь. И все, и вот у меня не было... Я даже не думала, куда я пойду. Я знаю, знала, куда я пойду. И спасибо большое Елене Владимировне, Александру Евгеньевичу, еще Капайгора тогда был, что они меня взяли, я очень благодарна, очень рада. Я хотела работать в этом театре. Бачите, ты как заслуженные артистки прям просят, чтобы их... Ну да, это же сложно, представляете, все там оставить, и здесь все начинать заново. Даже не представляю. А сколько лет вы уже в Одессе? В Одессе, ну, 6 будет. Вот. А там я проработала 17 лет в русском театре. Ось так. Да. Даже не представляю, как это. Анна, скажи, пожалуйста, какие уже вы там себе выставы приглядели так в российском? Где бы хотели играть? Ой, это я уже говорила. Ну, так скажи еще, то давайте скажем. Много мне нравится. Давайте уже будем. Нравится мне Чехов весь, который идет. Нравится, конечно, Love Story. Ну, там можно сыграть все, что угодно. Вот свинку. Она хочет меня подсидеть. Не могу, там уже две исполнительницы. Что там есть еще? Нравится мне очень Одесса у океана. Мне много спектаклей нравится. В нашем театрі. Ну, давайте вже, як ви розкриваємо таємниці, на камеру скажіть, будь ласка, яку роль ви готові зіграти? Ну, сьогодні відіграєте Міщанську 24, а завтра вже в якій виставі ви готові зіграти? Давай. Ой, та що ж я? Да, давайте що ж дадуть, теж зіграю я ще. Love Story. Да, у нас там є що, є кого іграти, тим більше. Да. Я тобі розкажу. Які б вистави ви порадили нашим глядачам подивитися у театрах одеських? Олена вже відповідала нам на це питання. Якщо, можливо, з'явилося, Олена додасть. Які вам подобаються вистави? Порадьте телеглядачам. Можливо, українського театру чи музичної комедії. Ой, я просто так, як у мене діти. Я очень люблю, я вообще просто потрясена кукольным театром в Одессе. О, давайте. Просто я, во-первых, я потрясена от самого помещения. Здание. Это именно театр. Это такой воздух. Это что-то нечто сказочное. Это такой замок. Нам там, мы смотрели там все. Нам там нравится все. Ослик и, ну, вообще, вот все спектакли. И дети мои. Большой поклон артистам. Очень здорово. Яку роль хочете зіграти? Там? У там. Ну, я високовато, смотрите. Мене буде видно із-за ширми. Ну, якусь дві ролі, да, значить, три. Та я все хочу, слушайте, артисти, вони ж такі, хотят. Давайте нам, тільки давайте, ми будемо грати. Олена, ви б зіграли якусь роль у театрі «Ляльок»? З удовольствием. Да.
С удовольствием. Я как раз помещаюсь. Вот она поместится, а я буду ширмой. Нет, на самом деле, да. Наверное, я бы очень бы хотела, но вряд ли у меня бы это получилось, потому что я не представляю, как это... А я умею. Ну, да. Я тоже чуть-чуть это дома, знаешь, можно да. поиграться. Но на самом деле, ну, мне кажется, это такой отдельный вид искусства, которым надо учиться. Очень, да. Учиться. То есть, да, куда сложнее, мне кажется, иногда даже, чем выйти на сцену. Но есть специализация, так? В театральном вузе? Конечно. Однозначно. Да. У нас вот в Харькове есть отдельно кукольники. Угу. Это актеры кукольного мастерства. Это отдельно. Ты же там вдвойне ты артист, и ты еще за своего героя, и это часто бывает вместе, не только за ширмой, сейчас же спектакли такие, да, когда открытые. Ты на сцене вместе с куклой, и ты во все это должен слиться в этот образ. Ой, так рассказать, на чем вы укладали на тему? Нет, мы работали немножко, это интересно, но мы же актеры драмтеатра, нам дают и то, то есть мы как бы и так. Ну да, обучение. Олена, ну запросіть, куди можна сходити? О. Сьогодні, завтра, може? Ну, сьогодні, звісно, треба йти на Міщанську 24. Однозначно. Хто би сумнівався. Вот. А з останньої нашої зустрічі я була на двох спектаклях в Мускомедії. Вот. «Ночь перед Рождеством». Угу. Очень даже. «Білая акація». Прекрасно. То есть, треба йти. А, Олена пообіцяла, що сходить на «Білу акацію». І сходила. І сходила. Обіцяв виповнив. І таки, да. Ой, можна за вас голосувати? Обіцяла, а виповнила. Да, кстати, да. Міністерство культури, потом куда там дальше. Нет, начнем с Міністерства культури. Ой, я сказала вслух. А ви б кого хотіли грати в Міністерстві культури? Ой, Боже, сохрани, не надо. Не зарікайся. Запросіть наших глядачів сьогодні на Міщанську 24. Чому варто прийти? Ну, давайте від імені вашого персонажа. Угу. Вашого і вашого. Хорошо. Дорогі, любимі одесити, у нас сьогодні великий праздник. У нас сьогодні состоїться відкриття арт-фойє. Це для Одеси, я вам скажу, це событие. Поэтому, если вы там сегодня будете, вы будете в тренде, вы будете в этом движении общетеатральном одесском. Плюс почувствуете немножечко воздух нашей любимой Одессы. Ой, Марочка, ну какой воздух? Вот скажи мне, какой воздух? Который да ты постоянно портишь. Вот, понятно. Вот так вот. Приходите, мы вас ждем, мы будем вам рады. Как ну, всегда, общем, да. Да, поругались. Правда, приходите к нам, пожалуйста. Вони обов'язково будуть обійматися, будуть цілуватися. Це буде. Так лише да. на камеру. Ось таке кохання. У нас у гості були чудові артистки, артистка Одесько-академічного російського драматичного театру Олена Ященка та заслужена артистка України Анна Фурдай. Дякую, що прийшли. Міщанська 24 сьогодні в театрі російської драми. Друзі, на жаль, наша програма завершується, вже добігла кінця. Не забудьте увімкнути ваші телевізори завтра о 7. Моя колега Анастасія Роболець буде впродовж ефіру малюватиме, розповідатиме про скетчі та скетчинг. А ви дізнаєтеся, чи потрібно розпочинати свій день свіжо вичавлених соків. У нашій студії з'явиться шеф-кухар мережі ресторанів Андрій Яковенко. Ось Олена вже хоче їсти і пити. І наостанок поговоримо про екстрені ситуації та лікарську допомогу. До лікарську допомогу – це те, що повинен знати кожний. Друзі, хай у вас буде гарний настрій, добрий апетит, чудові посмішки. Ось нас актриси посміхаються. На все добре, хай вам щастить. Посмотри. Бачиш цей самотній світ людей. І темно, звісно, тримає міцно, наче всі з глузду розійшли, і потяг наш по колу їде ніби. Сотні днів
розтоплювали сніг, щоб пити воду, щоб бути поряд. Ей, ей, чуєш звуки стерео ночі. Ей, ей, так тихо. Тихо. Ей, ей, все складається з дрібних речей. Ей, ей, так тихо. Тихо.